Ребят, всем привет! Вы на канале Joint Games. Мы продолжаем играть в симулятор жвачки. И сегодня мы пооткрываем новый слот. Напомню вам, ребят, мы открыли до 75 слота. Вот этот питомец последний, который мы открыли. И сегодня мы откроем до 80 слота, ребят. У нас получается уже 4 или 5 легендарок, которые мы вот в той ленде открыли. Продолжаем открывать. Надеемся, то, что это очень крутая какая-то легендарка. Я думаю, ребят, это Пегас. Открываем. Надеюсь, нам хватит. 50 миллионов. Ну-ка. Нет, не хватает, ребят. Нам чуть-чуть совсем не хватает. И идем быстренько пофармим. И возвращаемся сюда. И открываем его. Нам всего лишь не хватает 5 с чем-то миллионов. Сейчас быстренько мы вот так вот на сундучках на этих накопим. И вернемся, ребят. И откроем нашего нового питомца. Так, ну все, ребят. Я накопил. И давайте посмотрим, что же это за питомец у нас в 80-м слоте. Так, открываем. Ну, да, ребят, это, видимо, гибрид. Давайте на него взглянем. Где ты? Да, это гибрид, ребят. Блоки гибрид, как я и говорил в прошлом видео. Я так и думал. Ну, прям по картинке было видно то, что это гибрид. Так, давайте кого-нибудь, и кто тут у нас самый плохой, вот этот драгон, убираем его и одеваем вот этого гибрида. Ну-ка, посмотрим на него. Да, ребят, он почти такой же, как и Кэнди гибрид. Ну-ка, давайте сравним их. Например, вот этого пока уберем и оденем, где он, вот он гибрид. Вот такой вот, смотрите, два гибрида теперь у нас. Вот такой и вот такой вот. Ну, они одинаковые, просто цвет у них разный. И у этого волосы есть, а у этого нету. Да. Интересно, давайте посмотрим, кто там будет следующий. Какой слот будет следующий, который надо будет открывать. 80-й. 80 мы открыли, ребят. Это чуть больше, чем половина. Следующий слот, ребят, 84-й. Тут, мне кажется, понадобится примерно... Около 300 миллионов, также я думаю. 300 миллионов. Может быть, чуть поменьше, 200 с чем-то, 250, возможно. Скорее всего, даже, да, 250 миллионов нам понадобится, чтобы открыть 84-й слот. А после 84-го слота, ребят, будем очень-очень долго копить до 115-го. Там, ну, миллиарды нужны будут. Даже примерно сейчас как-то сложно, наверное, будет посчитать, сколько тут понадобится. Это получается с 84-го. По 115-й. Очень много понадобится, ребят. Там миллиарды понадобятся. Будем очень долго копить вот до следующего питомца. А до 84-го мы накопим, наверное, за пару дней. Всем, ребят, огромное спасибо за просмотр. Вот такие теперь у нас два гибрида имеются в инвентаре. Пишите в комментариях, до какого слота вы, ребят, открыли уже. Очень интересно посмотреть ваши комментарии, ваш прогресс. Вы у меня самые лучшие, ребят. Спасибо огромное за просмотр. Встретимся в следующем видео. Пока-пока.